I really like this restaurant. Если вы хотите подарить нам кровать, мы будем только рады. Никто не может забрать то, что внутри меня. Давай, чувак! Йоу! Йоу, мэн! Некоторые спрашивают, зачем вам няня? Так лучше? Как тебе нравится? Доброе утро. Я делаю нам кофе с Аркашей. Сейчас 7 утра. Только совсем недавно родители Аркаши уехали. Буквально полчаса назад, наверное. Мы сегодня тоже в город. Дел много. Так не хочется уезжать, но и хочется. Твой капучино готов. Идеальный. Обожаю смешивать кофе и молоко в капучинаторе. Все вместе. Все на полу. Все на полу. Ёпрст. Где киса? А, киса! Киса! Давай тоже сниму обувь. Что, теперь ты счастлива? Мы не поняли. Куда мы идем? Понимаешь, куда мы идем? Да? Какой макнул. Готова, бро? Что это? Доча, привет. Ты с мамой купаешься? Папа скоро присоединится к вам. Доброе утро, мы в городе. Ой, shit. Oh, man. Походу... Кот Браун. Мы сегодня с Авроркой весь день дома. У нас была няня какое-то время. Сейчас мы наедине остались. Пойдем гулять еще раз. Какой сегодня, знаете, домашний день. Особо нечего рассказать. Просто рутинная... Ребенок весь в комарах. Просто рутинный день. Аврора нарисовала свою первую картину. Попозже покажу ее. С появлением Авроры в моей жизни, как и у многих мам, я знаю, это история многих, просыпается тяга к более чистым продуктам для дома, экопродуктам. Многие отказываются от агрессивных моющих, чистящих средств. Конечно, классно, когда приходит эта осознанность еще до ребенка, но в моем случае я больше начала думать об этом уже с появлением дочери. Я очень благодарна тебе за это, Аврора. И недавно я нашла очень крутой бренд бьюти-химии на просторах Wildberries. Бренд Джунда. Это инновационное направление бьюти-химии. В состав продукции входят эфирные масла, гиалуроновая кислота, компоненты, которые используются в премиальной уходовой косметике, но по очень приятной, доступной цене. Все продукты — это концентраты. Их можно использовать намного дольше, чем обычные средства. Я уже упомянула, но еще раз скажу, что продукция эко, зеленая, без агрессивных химикатов. Используя Джунда в процессе, ты будешь заботиться также о себе и о своей коже.
Я попробовала средство для мытья посуды. Очень приятный запах. Руки после использования остаются очень нежными. Мыло, губки, гель для стирки, кислородный пятновыводитель. И всем осталось очень довольна. Мне очень нравится, что сейчас в тренде экопродукция. И что столько внимания привлекается к ней. Потому что действительно это важно. Мы впитываем в себя все, к чему прикасаемся. Особенно если моешь посуду, делаешь стирку, потом носишь эти вещи. Это все немаловажно. Поэтому я очень рада, что нашла этот бренд и делюсь с вами им сейчас. Доброе утро, суббота. У меня хорошее настроение. Короче, ребят, сегодня много дел, но они все из дома. Я хочу сегодня стилизовать несколько образов. Во-первых, придумать аутфиты, которые я могу снять в городе для рилсов, для всяких штук. Я хочу больше концентрироваться на моде, я уже 100 раз это говорила. Ну, в Инстаграм. И да, мы будем делать это. А еще мне нужно сделать выпуск на завтра. Он вообще сырой. В отпуске, не в отпуске, моя Соня сдает ЕГЭ сейчас. Поэтому она не может монтировать мои видео. У меня иногда родственники... Некоторые спрашивают, зачем вам няня? Ну, как бы мы по-другому работать не можем, потому что Аврора требует прям вот внимания. А нам нужно работать и Аркаше, и мне, чтобы мы могли как бы идти к целям и обеспечивать нашу семью. Да. Я хочу вырваться из рабства базовых аутфитов, которые я очень сильно люблю. И не то чтобы я хочу отказаться от них, но я очень хочу разнообразить свои аутфиты необычными формами, которые меня очень притягивают. Я люблю оверсайз, я люблю, знаете, такое... Не знаю даже, как описать. Хип-хоп, что-то рваненькое, знаете, такое что-то более... Я так в детстве одевалась, мне кажется, у меня были карго штаны такие цвета хаки мальчишеские и просто какие-то кофты. Не знаю, душа хочет перемен. Когда пишешь брендом, вот я пишу брендом, многим брендом, много-много писем, отвечает, наверное, 1 или 2 бренда, которые вот готовы работать. Большинство даже просто игнорируют, это так неприятно всегда. Ну, хотя бы откажите. Мне кажется, людям с более большим фолловингом отказывают, а я чувствую себя, знаете, такой сразу же маленькой, незначимой. Хотя это не так. Вообще, самое главное — это качество и свет, который я даю, то есть мой контент, неважно. Какой размер аудитории. Главное вот то, что я сама чувствую, какая энергетическая ценность заложена в нем. И она очень классная, не знаю. Я прям очень горжусь своим контентом. Я знаю, что я очень мало для инфлюенсера, очень мало в Инстаграме делаю всяких штук. Честно, не хватает тупо энергии. Прям очень хочется. И мне кажется, тогда мне нужно меньше сюда делать чего-то, чтобы мне было больше... энергетической валюты для Инстаграма. Вообще, лучше всего не давить на себя. Я дисциплинированный человек, я делаю все, что нужно, чтобы было сделано, но я и не не прорвать на пролом, чтобы просто достигнуть чего-то. Это достигаторство меня никогда никуда не приводит. Такая вот у нас книжка есть теперь. Да. А, я вам еще не показала шедевр. А этот шедевр нарисовала моя дочь. Как твой день сегодня проходит? Ты сегодня задала Симе. Сима — это наша няня. И мне, потому что я была тут тоже. Ну, а к вечеру настроение отличное. У меня тоже отличное настроение. Здравствуй, Аврора. Зубы лезут, ребята. Второй уже рядом. Спиной слезаем с кровати. Молодец, зайка. Ты мой сладкий. Дорогие бренды, если вы хотите подарить нам кровать, мы будем только рады. Для Аврора. Она спит на матрасике рядом с нами. Ну, только первые 2 часа. Потом она спит уже, когда мы приходим в кровать вместе. Ну да. Бренды. Хотите исправить эту ситуацию? Я...
только за бартер вообще, без проблем. Моя мечта уже много лет, с тех пор, как у меня начались акне, у меня были акне раньше, сейчас у меня остались только постакне, там мелкие высыпания. Краснение, вот здесь вот, знаете, и шрамики. Небольшие, но они есть. Я уже прошла гигантский путь, я очень благодарна своей коже за все и за этот путь. Но с тех пор, как началась у меня эта проблема, я хотела, естественно, исцелиться и убрать это из своей жизни, потому что ментально это... Очень сильно... Ты тоже просишься? Очень сильно давит на тебя, когда у тебя проблемы с кожей. Ты будто бы не дышишь полной грудью. Я знаю, что все идет из головы, и ощущение себя тоже идет из головы. И этот процесс как раз научил меня тому, что никто не может забрать то, что внутри меня. Внешность может меняться, что угодно может случиться, но ты у себя всегда есть. И ты прекрасен, ты такой, какой ты есть. Это был мой урок. Вселенная послала его мне. В чем моя мечта? Моя мечта в том, чтобы я просыпалась с утра, и мне не нужно было замазывать красные пятна. Я и так могу не замазывать, я хочу выглядеть так же, как я себя чувствую. Понимаете, в чем я? Смекаешь? Вот. И поэтому я пользуюсь BB-кремом часто, почти каждый день. Просто, чтобы выглядеть так, как я себя чувствую. Моя еда пришла. Любили. Я тебя люблю. И сегодня мы с вами этим займемся. Я нашла очень классный салон. Он вроде бы только недавно открылся, и мы сегодня пойдем туда с вами. Короче, я подробнее попозже расскажу. Это пресное яйцо, которое я люблю. Не, она прям и лук, и грибы захотела. Поймала тебя, завлечь только с помощью еды можно. Но я люблю тебя, люблю. Сегодня я на бежевых тонах с ноткой ретро. Сейчас. Моя самая любимая куртка, которую я купила в мужской винтажке. Я приехала в парк моим хорошим до своего аппоинтмента в салоне. Вот в основном я хочу поработать с текстурой кожи и высыпаниями, остатками, и убрать красные пятна, вот больше всего хочу. Мне подобрали уход Фирулок. Фирулок – это всесезонный пилинг, который направлен решить такие задачи, как гиперпигментация, сухость кожи, тусклый цвет лица, восстановление после агрессивных факторов воздействия на кожу. Я осталась очень довольна и обязательно вернусь. Я вышла из салона, и мы находимся в каком-то очень приятном закоулке Петроградки. Я здесь ни разу не была. Мы на Аптекарском проспекте. Вот, смотрите, как тут мило. Вообще класс. Я сияю после процедуры. Было очень классно. Всем привет! Понедельник, начало рабочей недели. Хотя выходные у меня были тоже заполнены работой, и работа, в принципе, не кончается. Но я очень рада, потому что я в Петербурге, и у меня есть возможность снимать какие-то коллаборации или сотрудничества, даже если они по бартеру, прямо в городе, в магазинах. И я очень рада, потому что я, во-первых, сама выбираю бренды, которые мне очень нравятся, и пишу им. Некоторые не соглашаются, некоторые соглашаются, и я приезжаю, и... Мы устраиваем красоту.
На самом деле все не так гламурно. Мы у нас нет горячей воды уже много дней. И чтобы помыть голову и, в принципе, помыться, мы кипятим этим кучу кастрюлей с горячей водой, смешиваем с холодной и обливаемся. Три сотрудничества у меня сегодня, которые мне нужно снять в городе. Нам придется сегодня с Авроры снимать, что усложняет весь процесс в 10 тысяч раз, но зато весело, и веселые воспоминания будут потом. В моменте тебе не кажется, что это весело. В моменте ты хочешь закрыться подушкой и кричать. А влог, который я снимаю сегодня еще отдельно, будет про моду. Я поеду в несколько магазинов. Сегодня я еще продолжу на неделе ездить, наверное. Не знаю, как получится, короче. И буду снимать образы на лето или не на лето. Просто образы из шоурумов и магазинов Петербурга. На более теплую погоду, потому что лето может быть и прохладным. Что и хорошо, и нехорошо. Хорошо, потому что можно много образов сделать. Когда жара, образов намного меньше. Все, я заканчиваю говорить. Увидимся. Боже. В Петербурге сегодня прохладно, поэтому я решила надеть свой старый свитер Акне. Мой любимый. Мне в нем Аркаша сделал предложение во второй раз. Ну и джинсы вы уже все видели миллион раз из Тумуда. Я их не снимаю до сих пор. Петербург хоть и серый, я решила добавить немного лета. Короче, себя немножко добавила в этот аутфит. Это моя капсула с Ava Jewelry. Ее можно все еще купить. Любимая Петроградка. Мы пришли в нашу любимую Мону. Это ресторан нашего знакомого. Полинка, пока мы работали, сидела с Авророй недолго. Но Аврора ведет себя как ангел. Ангел во плоти с ней. С нами она так себя не ведет. Смотри, как она тянется к пицце. Лера, мы сейчас откроем твой подарок, потому что ты не доехала до нас, а нам очень интересно, что там. Это для Авроры. Это мое, это мое. Это книжка, короче, она с ароматами. С ароматами? Да, книжка. Ты должен потереть страницу там, на, например, на кокосе или на чем-то, и будет запах этого. Прикольно. Очень классно. Там тебе подарки. Больше подарки для меня. Класс. Смотри, прям на лето, класс. А это шортики это такие? Это французская фирма. Я знаю, у нас же этот, как его, комбинезон такого был. Спасибо, Лерочка. Жалко, что ты не приехала. Рабочий день подходит к концу, мы едем домой всей семейкой. Я очень устала. Хочешь яблочко, Аврора? Привет, влог от меня и моего грязного зеркала. У меня много работы, что очень радует. Я сейчас снимаю большой влог, другой влог, не этот влог. Это очень трудоемко оказалось. Я, конечно, кайфую от процесса, но у меня сегодня третий день съемок и чувствую себя очень уставшей. Выжатый как лимон и начинаю заболевать даже, что прямой знак того, что нужно помедленнее все делать, потому что у меня глаза разбежались, у меня давно не было таких сотрудничеств и такой работы, которую я больше всего хотела, в принципе. И я набросилась на все. Это всегда ведет не туда. Сегодня утром у меня была психотерапия. Это меня радует. Но она у меня каждую среду, в принципе, сейчас среда. У Аврорки сегодня няня. Я встала вместе с ней сегодня в 5 утра. Поэтому я уже чувствую, будто бы вечер. И в каком-то полусне я нахожусь. Еще у меня новая футболка. Здесь написано Rich Beach Energy Only. Теперь прочитаем с нормальным акцентом. Rich bitch energy only. Посылаю манифестацию свою в вселенную, так сказать. Как вообще у меня дела? Давайте поговорим об этом, пока Аврора не вернулась с прогулки. Мне нужно будет ее покормить и отъехать, продолжить съемки. Если я, конечно, выдержу это, если я пойму, что мне никуда не нужно ехать, я останусь, конечно, дома. Но в то же время я хочу выехать, потому что мне хочется развеяться. Но и тело такое, типа, нет. Посмотрим. Настроение у меня очень хорошее. Я писала в Инстаграм, в сторис, у меня был вопрос, как самоощущение, бла-бла-бла. В Петербурге вначале было полное отторжение, реально. Просто мне некомфортно было. Сейчас норм, потому что работа, потому что я реализую себя творчески. И мне очень это нравится. Но на даче мне все равно больше нравится. На даче мне все равно больше нравится. Это такой отреченный какой-то от всего мир. Мой маленький мирок, моя деревня, в которой я росла в детстве и, в принципе, очень много была там. Но, знаете, затягивает тоже там ловушка, хочется движухи. Поэтому вот сегодня выставила рилс насчет того, что мне нравится гармония
между двумя мирами, то есть вот slow мир, медленный мир и быстрый мир, бизнес и так далее. Аврора вернулась, продолжим разговор позже. Я решила никуда не ехать. Мне надо отлежаться. Меня жутко тошнит. Я хочу спать. Что в итоге Елизавета делает? У меня тут крем для... Ну, чтобы высыпание ушло. Заказала доставку из Кока-Ко. Находится там, где Новая Голландия. Это ресторан Матильды Шнуровой. I really like this restaurant. Я взяла себе салат, супчик и пельмени из индейки. Сейчас сидела с Авроркой. Она отползла от меня, решила пойти к папе на созвон. Вот так вот это все происходит. Я салат ем. Аврора играет. Наташа работает. Вокруг бардак. Это наши будни. Это real life, ребят. Аврора, можно зайти? Мы были сейчас на завтраке в ресторане моей сестры с моей сестрой, ее мужем, этим молодым человеком. Привет, друзья. И Авророй, которая спит сейчас. Моя сестра ездила в Узбекистан и привезла мне подарки, хотела вам показать сейчас. Во-первых, блокнот розовый. Зайка Авроре. И самый прикол вот этот. Это, короче, мужские боксеры, да? Боксеры называются? Боксеры. Это мужские боксеры, но они выглядят как шорты. И они такие классные на лето вообще. Йоу, мы дома и... Аркаша угорает надо мной. Давай, чувак. Йоу, мэн. Йоу, мэн. Короче, ребята, я Мороз Гурзета, я вернулась домой сейчас. У нас сегодня был опять день съемок, посвященных моде для большого выпуска, который выйдет совсем скоро тоже на канале. И я поняла, что все, я I'm dead. D-A-E-A-Dead. D-A-E-A-D. Няни у нас сегодня нет, мы с Авроркой есть, и это сразу же в 10 тысяч раз тяжелее съемка проходит. Но проходит. Я уверена, что потом я буду очень гордиться результатом. Я давно мечтала сделать такой выпуск. Помнишь, я еще в Тбилиси такая, блин, так хочется такие выпуски делать. Говорила тебе. Хотела в Тбилиси на английском такой делать. Да, и вообще, ну короче, я начала действовать наконец-то. И действия классные, и мотивации много, но это тяжело бывает, когда идешь к своим целям. Но я все равно кайфую от процесса, я очень благодарна Аркаше, что он мне помогает, очень сильно помогает. У меня нет видеографа, который может со мной ходить куда-то, поэтому я зову Аркадия. Да, и это нужно подстраиваться на всем, выделять много времени. Да. Еще утром, я уже показала, да, утром мы были в кафе, встретились с сестрой, давно не виделись. С Валерой, ну, мужем моей сестры, мы не виделись год практически. Спасибо, что присоединились к моему свободному влогу. Буду заканчивать его. Была очень интенсивная именно рабочая неделя, я многого еще не показывала. Все не зря. Все кирпичики для моего домика, как бы вот, который я вижу для себя. Это процесс. Привет, чин. Абьянто. Пока.